чем польза алмазов от изумрудов? Первое. Это сильнейший материал для создания инструментов и оружия. Второе. Позволяет создать прочную и большую броню для защиты от всех прочих хуеты майнкрафтовской. Используют для создания механизмов и редких предметов. Алмазы в Майнкрафт так цены, что их и начинает петь I'm a demon in the school. Вместо I'm survival, I'm gonna give up. Что переводится как польза алмазов и что можно скрафтить в новых версиях Майнкрафта. Первое – это создание красивых и прочных декоративных блоков, таких как блок алмазов или алмазная решетка. Второе – можно сделать более мощную, изготовление более мощной экипировки, такой как алмазный шлем и нагрудники, сапоги, ботинки. Третье – изготовление мощных инструментов, таких как алмазные кирки, топоры, лопаты и мотыги. Но это можно принять как и в новых версиях, так и в старых версиях, соответственно. Можно скрафтить. Четвертое. Создание коллекционных предметов, таких как алмазные блоки, алмазные яйца, эндерменов. Некоторые из этих только доступны в новых уже версиях Майнкрафта. И... пятое. Торговля с жителями в деревнях, которые предлагают ценные предметы и ресурсы, включая алмазы, в обмен на другие предметы. Или